девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина. Сегодня я покажу свои небольшие покупки на сайте Wildberries. И всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Давайте смотреть вместе. Первое, что покажу, заказала коллаген. Приходит по такой упаковке. Упаковочки 120 капсул. Баночка стеклянная. Содержится витамин С, заказывал за 627 рублей, срок годности 2 года, состав, содержится гидролизированный желатин, аскорбиновая кислота, диоксид кремния, без примесей, прежде всего заказывал для своего иммунитета, также мне нужно для суставов, то, что начали очень сильно трещать суставы у меня. Ну, также для кожи лица, для волос и ногтей. Коллаген стимулирует выработку собственного коллагена. Такие вот капсулы большие. Питает кожу, придает ей упругость и гладкость коллаген. Способствует росту и укреплению ногтей, делает волосы ваши блестящими, ухоженными, облегчает боль в суставах и укрепляет их, и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Нужно применять для профилактики одну капсулу в день. Для тех, у кого есть проблемы, пишут, что нужно применять курсом 3 месяца. По 3 капсулы в день, утром и вечером. Ну, попробую это применять. Еще заказала омегу-3. Приходит вот так вот в упаковочке, упаковано. Заказывала за 390 рублей. В упаковочке 90 капсул. Так, состав прописан. Натуральный состав, содержится рыбий жир, оболочка желатиновая, загуститель, вода и глицерин-загуститель. Так, сейчас открою. Я прежде всего заказала для здоровой памяти, для нервной системы, так как на работе у меня перегруз. Такие вот капсулы. Достаточно 3 капсулы в день для тех, кто следит за своим здоровьем. Также подходит для сердечно-сосудистой системы, для тех, кто занимается спортом, сидит на диете, кто мало употребляет рыбы, кто ее не любит. А для организма очень полезно. Вот. Я буду принимать. Еще я заказала бирки за 385 рублей. В наборе 10 штук для своих корзин. Это натуральная кожа, эко-кожа. Попрошу мужа, чтобы сделал гравировку, наверное, еще Марина. Вот сейчас возьму корзину. На соединение. Вот это смотреться. Вот. Либо так. Это все соединяется вот здесь вот. И будет красиво смотреться. Вот. Сейчас я вяжу вот корзину из джута. Это у меня канат тоже заказывал на Wildberries. Джут тоже будет хорошо смотреться. Вот, очень красиво смотрится. Джут мне привозил сын. Купал в магазине вот такой двухниточный в Питере. Но тоже на Wildberries можно приобрести.
этой фирмы. На Балбес немножко дороже. У меня пока есть запасы. А канат я заказывала 10 метров на сайте Балбес. Что, вот такие вот у меня бирочки. Так, дальше покажу вам свое разочарование. В августе месяце я заказывала финики. Две упаковки за 473 рубля. При заказе сразу списывается сумма за товар. Но мне доставили одну упаковку под другим артикулом. В подарок положили мармеладки две. Я получала товар 29 августа, где-то 7 или 8 позиций у меня было. Ну, почитала, все, как бы хватает. Домой пришла распаковывать. Одна упаковка. Написала продавцу, продавец молчал, обратилась на Валберес. Мне сказали написать обращение. Написала я обращение, сняла видео, фотографии, что у меня недовложение. Вот. Ответили мне 31 августа, что мое обращение принято, что будет рассматриваться 7 рабочих дней. Уже наступило 14 сентября, ответа так и не было. Я написала, что очень некрасиво обращаться со своими покупателями. Мое обращение не рассмотрено. Мне потом ответили, что обращение будет рассматриваться 10 рабочих дней. На следующий день мне еще раз ответили, что чтобы я заказала еще один товар, и мне пришлют недовложение. В общем, я заказала еще один товар, так пришел открытый. Ну да ладно. Вот, заказала я халву. За 313 рублей здесь 500 грамм. Такая вот халва. Тоже положили мне презент, мармеладки две. Финики мне не положили, но потом еще на следующий день, в общем, мне вернули деньги на счет за финики. Разочарование. Такие финики мне сестра привозила в подарок. Они очень вкусные, крупные. Вот такая вот вилочка. Так упакована. Такие отборные, красивые. Вот продавец разочаровал. Очень вкусно пахнут. Не знаю, кто они там упаковывал. Вот, в общем, такая вот неприятная ситуация у меня получилась с финиками. Вот. Далее заказала нож для фигурной резки за 107 рублей. У меня есть нож. Он мне очень нравится. Но он начал немножко ржаветь. Я в основном использую, когда запекаю курицу в рукаве. Картошечкой красиво нарезаю картофель. Получается очень красивая. Такая вот резная. Посмотрю, будет этот нож ржаветь или нет. Покрывать ржавчиной. Вот. Дальше я заказала овсяные хлопья мати. 4 упаковки за 467 рублей. Это у нас геркулес. Время приготовления 15 минут. Объем 400 грамм. Я заливаю кипятком, чтобы хорошо покрыла водой. Оставляю минут на 15 просто. И все. И каша готова. Потом добавляю в кашу инжир, либо персик. Это овсяные хлопья. 100% натуральный продукт.
Вот такие вот овсяные хлопья, 4 злака. И вот хлопья 7 злаков, 100% натуральный продукт. У меня есть такие хлопья. Я покупала в обычном магазине за 165 рублей. Это у меня уже третья упаковка. На утро, на завтрак недостаточно 5 столовых ложек. Биомати, сочетание полезного и вместе с тем вкусного питания. В составе лежат исключительно качественные компоненты, подобранные для обеспечения организма важными и питательными элементами. Специальный режим обработки придает хлопьям мати особый мягкий вкус. Вот. Срок годности 12 месяцев. Очень удобно пользоваться. Да. Есть застежка. И вот так вот выглядит хлопья. И еще покажу подарки. Подружка сделала мне подарки. Я забирала на Валберес. У нас с мужем был небольшой семейный праздник. Бархатная свадьба. Она мне заказала вот такую помаду-карандаш. Белорусскую. Сатин Колор за 260 рублей. Тон номер 3. Красивая. Коралловый цвет. Очень комфортная на губах. Стойкая. Не скатывается. Не западают морщинки. И кремовая текстура. Очень вкусно пахнет. Вот такая вот помада. И это еще не все. И еще она заказала помаду. Тон 122. В таком вот футляре. Это сатиновая помада с шиммером. Перламутровая. Красивая. Объем 4 мл. Срок годности 2-4 месяца. Я ей уже пользовалась. Смягчает и увлажняет губы, не скатывается, хорошо ложится. Цвет слива и красивый футляр красный. У меня ничего не было из белорусской косметики, это мои первые помады. И на этом не все еще подарки от моих друзей. Заказали еще 2 декоративные подушки нам. Тенгинстекс. Размер 45 на 45. Цвет пыльная роза. Дополнительно были упакованы еще не в коробку. Такие очень такие красивые 2 подушки. Так, аккуратно поставлю. Это вторая подушка. Рекомендации по эксплуатации. Декоративная подушка с пуговицей. Как стирать. Чехол отдельно, подушку отдельно. Такие вот подарки. Еще они нам подарили казан Кукмара. Тоже вам вставлю видео. Я снимала. В общем, такие у нас подарки. И еще вам покажу, я заказала джинсы за 1389 рублей. Всем, кому интересно, оставайтесь, сейчас покажу вам. Ну вот, девчонки, наш неожиданный подарок. Очень приятный.
друзья нам подарили на наш семейный праздник. У нас была бархатная свадьба. Я такой подарок делала своей подруге на юбилей. Как муж говорит, они тебе отомстили. Это казан и печка Кукмара. Казан чугунный на 8 литров. Очень тяжелый. Все пришло хорошо упаковано. Все в целости и сохранности. Такая вот печка. Так открывается. На ножках. Ножки есть. Поддувало. Вот. Открывается. Когда это горит, очень такой красиво светится кукмара красным. Когда огонь. Кочерга вот на месте. Настолько было эмоций. Так, это приправа для плова в подарок нам положил продавец. Вот такая вот крышка. Крышка легкая, конечно. Сам, конечно, вот казан тяжелый, притяжелый, чугунный. Его нужно будет полить. Маслом смазать и хорошо его прокалить нужно будет. Можно будет готовить и плов, и шурпу, и лагман. Такая вот красота. Очень удобно транспортировать. Вот есть ручки с двух сторон. Кочерга сама. Ну вот такие вот джинсы, бананы женские. Заказывала я 46 размер, приходит вот такой пакетике, сумочка на застежке. Вот. Подворачиваются. Все хорошо прошито. Было написано, что не тонкие, но я не сказала бы, что не тонкие. Жаркую погоду, не будет жарко. Вот на осень самое то. Если на резинке, шнуровка. Двадцать восьмой размер, хлопок 92%, полиэстер 6% и спандекс 2%. Стирать при температуре 30 градусов, гладить на двоечке. Конечно, смотрится сзади хорошо, силы небольшие. Спасибо за покупку. Джинсы на резинке с узором. 28 размер синий. Дата производства сентябрь 23 года, Турция. Вот. Тут по карману, они даже прошиты. Немножко прострочено. Нужно будет убрать ниточки. Вот тоже. Так вот смотрится сзади. Это 46-48 размер. Мне идеально подошли.
есть отзывы, что больше мерят. Ну, мне хорошо. Потому что я ношу 48 размер. Мне подошли. Вот такие вот джинсы. И всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хороших покупок, выгодных покупок, бюджетных. Всем мирного неба над головой. И также проходите по ссылочке. Подписывайтесь на мой канал Telegram. Ссылочки на все товары оставлю в прикрепленных сообщениях. И всем пока-пока.